40, я бы ее скинула сюда. Общей схеме всю рекламу, потому что сейчас реклама она выглядит достаточно стихийной, плюс сами пристройки они стихийные, просто потому что разные предприниматели, на что вам охватило, то и построили. Как бы винить людей сложно, если вы продаете шторы, то вряд ли вы являетесь экспертом в области городской среды. Это странное требование. Поэтому подобные программы нужно реализовывать, ну, как бы централизованно, но при этом малыми средствами. У нас, как бы, к сожалению, пока нет баланса такого, чтобы централизовать процесс, но не превратить его в гиперпроект.